Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Снова мы на финансовых площадках разбираем события последних торговых сессий. Соответственно, я снова в обойме вместе. Я с вами слежу за тем, что на рынках происходит. Как и обещал, если образуется какая-то фундаментальная брешь, своего рода пробел, мы его попробуем закрыть. Учитывая динамику ряда финансовых активов в последние дни, я считаю, что мы по праву можем сказать, что фунту принадлежит, опять же, статус главного героя, крайне волатильного инструмента, супердвижения. И мы все это прекрасно видим, друзья. Я надеюсь, то, что вы прислушались к тем рекомендациям, которые я давал ранее, то есть делали акцент, ставку, упор на то, что фунт будет снижаться, потому что это так. Фунт сейчас находится на многомесячных минимумах. Мы видим котировки 1.2650. Я думаю, что это еще и не предел. Для долгосрочно ориентированных трейдеров, в принципе, легко можно бодаться даже за поддержку 1.25. Ну а дальше все будет зависеть от того, как рынок отреагирует на отставку от РЗМ. В общем, обо всем по порядку, друзья. Давайте мы с нефтянки, которая, в принципе, тоже нас радует, потому что мы по рынку нефтепродавцы, и сейчас мы видим уровни, на которые, честно говоря, на этой неделе я даже не настраивался, учитывая то, что начали мы текущую пятидневку с теста фактически максимума с апреля, там выше 73,5. Сейчас мы уже ниже 70, 69,51. И снова мне хочется с таким небольшим торжеством даже сказать, друзья, что насколько верен был наш подход с учетом акцента на то, что ближневосточные риски, они, конечно же, значительны, они провоцируют спрос на нефтянку, но трудно этому фону бодаться с риском глобального экономического спада. Эта тема сейчас номер один, поскольку отношения США и Китая продолжают портиться. Вчера катализатором для распродаж выступили еще данные по запасам нефти США. В частности, за последние две недели мы видим то, что запасы выросли уже почти на 40 миллионов. Объем добычи вырос на 100 тысяч, 12,2 миллиона в сутки. Это показатель производства в Штатах. Запасы выросли на 4,7 за неделю. Продолжаем мы коррелировать с, ну, почти коррелировать со статистикой от API. И на основании этого делать вывод о том, что мы, в принципе, можем полагаться на статистику от API, чтобы понять, какие данные выйдут от официального ведомства. Запасы бензина также выросли на 3,7. Пока что приближение летнего сезона не очень-то влияет на загрузку нефтеперерабатывающих заводов и на спроса на, собственно, топливо, поскольку обычно в летний сезон действительно возрастают показатели загрузки и переработки сырья. Но, видимо, еще не вечер, мы, наверное, к этому вернемся, но не сейчас. Пока что видим, как эта статистика поддерживает нашу идею. Что касается ближневосточных факторов, буквально до вчерашнего дня мы говорили о том, что за инциденты с танкерами и нефтеперекачивающими заводами в Саудовской Аравии стоит, собственно, Иран. Сейчас уже стало ясно, что это не так. Йеменские партизаны взяли на себя ответственность за происходящее. Мне в этом свете интересно, как будут дальше развиваться отношения США и Ирана, потому что США пытались навязать, как вы помните, общественности, что именно Иран во всем виноват. И это способствовало тому, что они время от времени возвращались к вопросу более жестких санкций против данного ближневосточного государства. На текущий момент, друзья, нефтянка снижается, риски глобального экономического спада становятся все более и более очевидными после последних, особенно заявлений Трампа и, собственно, Китая о том, что переговоры, ну, действительно зашли в тупик и дальше будут только обостряться. Доллар иена, друзья, 110.32. Сегодня мы можем последить за статистикой по заявкам на пособие по безработице и индексам активности в производственном секторе и сфере услуг. В 15.30 и 16.45 выйдут эти данные. Хотя, на мой взгляд, если мы делаем ставку на пару доллар-иена, статистика уже вторична. Нам самое главное сейчас следить за глобальным фоном, который пестрит, опять же, негативом, повышающим спрос на защитные активы. Здесь иена будет, безусловно, выигрывать. Мы находимся выше 110. Я рекомендовал вам как раз открывать короткие позиции после того, как окажемся над этой планкой, потому что, на мой взгляд, это подарок для долгосрочно ориентированных трейдеров. Буллард вчера намекнул то, что ставки будут снижаться в рамках Федрезерва, поскольку это простимулирует рост инфляции, темпы
макроэкономического восстановления. Евро против доллара 1.1148. Сегодня важный день, много статистики. В 10.30 активность в производственном секторе Германии. Спустя полчаса тот же самый сектор мы будем разбирать по еврозоне. Также еще, между прочим, обратим внимание на активности в сфере услуг. Вчера уровень доверия потребителя оказался на крайне негативной, отрицательной территории. Это было ожидаемо. Сегодня мы можем убедиться в том, что сектор производства продолжает проседать. Это не самый лучший задел для будущих показателей экономического роста со всеми вытекающими последствиями для будущего стимулирования. В общем, 1.1148 сейчас видим, друзья. Не успеем мы глазом моргнуть, как будет евро ближе к планке 1.10. Фунт против доллара, как я уже отметил, действительно, волатильность зашкаливает. Сейчас котировки 1.2646. Буквально день назад мы видели, как фунт тестировал отметку 1.28. Произошло это после того, как Тереза Мэй сообщила о возможности, допустила возможность повторного референдума. Но одно условие. Нужно, чтобы палата общин, правительство, точнее парламент, проголосовала за сделку. Правительство, которое ранее Тереза Мэй согласовала с Европейским Союзом. Как вы понимаете, друзья, этому не быть, потому что еще на прошлой неделе глава лейбористов оппозиционной партии Джереми Корбин отметил, что на предстоящем голосовании, последнем, кстати, как говорят, оно пройдет в первую неделю июня, его партия будет голосовать против законопроекта, который был ранее призван ратифицировать на законодательном уровне соглашение Мэй и Европейского Союза. Если сделки не будет, значит и не будет, разумеется, повторного референдума. А вот что будет, это отставка Терезы Мэй. Кстати говоря, на рынке, с учетом того, как активно снижается фунт, допускает, что это произойдет уже до конца этой недели. Ну, давайте следите. Самое главное, друзья, мы находимся в верном направлении. Цель 1.25 будет сделана в ближайшее время. Мы молодцы, то, что не поверили в рост напускной фунта, когда было очевидно его снижение. Австралиец снижается 0.6674 сейчас котировки, будем и ниже. По новозеландцу мы сделали цель долгосрочную, пробили поддержку 0.65, сейчас котировки 0.6488. Большое спасибо розничным продажам, которые ожидаемо разочаровали и повысили вероятность снижения процентной ставки. А австралиец будет снижаться, кстати, потому что мы ждем через месяц уже снижения процентной ставки. Это логично, что произойдет дальше с курсом австралийца. Доллар канадец 1.3445, мы снова близки к уровню 1.35, с учетом того, как нефтянка. Я думаю, что сейчас у нас все козыри на руках, чтобы ставить на то, что рост продолжится и к уровню 1.37. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.